мы находимся в центре реабилитации диких животных департамента природопользования города Москвы, где находится единомоментно несколько тысяч животных, которых в свое время спасли, либо передали, либо изъяли с улиц города, либо с незаконного оборота. Здесь у нас, в принципе, находятся как экзотические животные, так и местная фауна. Со всеми занимаемся, со всеми, в зависимости от вида, всех ждет своя судьба. То есть кто-то отправится в природу весной. А экзотика у нас, как правило, уходит либо в какой-то зоопарк, если есть востребованность. Центр постоянно развивается. Если там 6 лет назад здесь находилось где-то около 100 животных, то сейчас это уже около, ну, где-то 540.